нас не так много будет мероприятий, в основном это будут на воздухе у нас мероприятия. Будут традиционные елки проводиться не в таких масштабах, как это было в прошлый год, но мы все наверстаем. И те дети, которые у нас посещают школы и детские сады, в рамках своих классов и групп все равно получат свой праздник. Мы будем повторять на постоянной основе помощь детям, малоимущим семьям.